Всем привет-привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы с вами посмотрим расклад, который я делаю почти каждый год. Каждые полгода. Это расклад, такой некий отчет своего рода, где я рассматриваю, чему вы научились за, ну, в данном случае будет первую половину этого года, вот, и зимой будет вторая половина этого года. То есть каждые полгода отслеживаем свой рост. Можете посмотреть, если получится найти подсказки, вот здесь вот где-нибудь я выложу, да, будет всплывающее такое окно, можете посмотреть подсказку, как это выглядит, да, и посмотреть, допустим, в 2022 году, чему вы там научились, как и что, отследить. Ну, мне кажется, это достаточно интересно. А у нас будет, значит, три позиции. Позиции вы видите перед собой, тайм-коды всегда обозначены. Также под видео есть ссылка моей услуги. Нажав на нее, вы сможете узнать всю необходимую вам информацию обо мне, о моих услугах и в том числе о моем телеграм-канале. Кому интересно, подписывайтесь. Вот. Также в описании под этим роликом есть ссылка на мой второй канал, где я записываю короткие ролики на тоже на психологические темы на том канале. Так, после такого вступления традиционного, да, которое необходимо, мы с вами сразу приступим. Отодвину чуть повыше вот эти два камешка. Надеюсь, ага, сейчас еще больше подниму, чтобы не было видно в камеру. Так, а мы с вами сюда поставлю. Приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек, единички. Всех приветствую. Смотрим. Чему вы научились за первые полгода этого года? Четверка жезла говорит о том, что наконец-таки единички научились стабилизировать свою жизнь в позитивном ключе. То есть здесь люди, возможно, научились расслабляться, научились проживать в моменте здесь и сейчас, и от этого получать удовольствие. Четверка жезлов всегда говорит про стабильность и всегда говорит про праздник. Но наша жизнь не может все время быть праздником, а поскольку, как правило, люди, которые выбирают первую позицию, это скептики. Люди такие с большим багажом за своей спиной, да, в некоторой степени мудрецы. И, ну, то есть такая энергия идет от единичек. И вот умение расслабляться, да, при всей вашей большей степени интровертности было не то чтобы как-то сложно. Вы, в принципе, не являетесь таким, как-то, я не знаю, мнительным человеком, да, либо человеком, который вот как-то переживает, тревожится. Но чрезмерная ответственность в вашей жизни, она приводила к тому, что вот чего-то в жизни вам не хватало, вот какого-то, знаете, внутреннего удовлетворения. И здесь ощущение того, что наконец-таки вот первое, не знаю, что произошло конкретно, возможно, это явилось следствием многолетней какой-то работы над собой, здесь человек наконец-таки осознал важность отдыха. Важность отдыха не в контексте бездействия, а в контексте умения переключаться с одной деятельности на другую. В принципе, это и является пониманием, да, смысла, что такое отдых. Умение переключаться с одной фазы на другую. Это ни в коем случае не означает остановка деятельности. Вот здесь вот, возможно, вы пришли к такому инсайту, к такому пониманию, что умение переключаться на что-то более приятное, на что-то более расслабляющее. Возможно, здесь люди как-то начали впускать в свою жизнь чуточку больше людей, чем это было ранее. То есть расширять свои границы в контексте того, что допускать к себе людей, вот именно в свое пространство. Что еще, чему еще вы здесь научились? Научились отстаивать свои границы. Для того, чтобы научиться отстаивать свои границы, нужно сначала их обозначить, понимать свои границы. Научились ли вы понимать? Интересный момент, не то чтобы научились понимать, а вы как будто бы как-то расширили свои границы. И вот расширяя свои собственные границы,
вы автоматом впустили намного больше энергии, больше вещей, ситуаций, людей вот в свой круг. То есть есть некий такой круг, допустим, да, обозначенный, но он ограничен. Когда мы его расширяем, то, по сути, все, что было за пределами круга, входит в ваш круг. То есть все, что было за пределами вашей границы, стало возможным войти в эти границы. Тройка жезлов всегда говорит про расширение, про получение первого результата и удовольствия от него. Вот в данном случае то, что здесь как-то вот вы расслабились. Самый главный момент, то, чему научились, это расслабляться, отпускать, возможно, контроль. Некой степени доверия. Больше как-то, знаете, вот здесь ощущается, что ушло какое-то напряжение. Это не то, что внешний мир изменился как-то, это вот ваше отношение к жизни, оно изменилось. И оно стало более позитивным. Мы видим, да, три карты, три аркана, и все три у нас жезловые. Да? Жезлы всегда говорят про позитив, говорят про движение, про огненность, имеют отношение непосредственно к нашим желаниям, амбициям и, конечно же, сексуальной энергии, потому что это вот большой такой двигатель, да, нашей жизни. Поэтому научились немножко расширять. Почему? Потому что это все-таки тройка, да, пока еще не такая большая цифра, да, до 10, до 9. То есть только на начальном пути, но вы уже наслаждаетесь первыми результатами. Какими результатами вы здесь наслаждаетесь? Ну вот я сказала, да, во-первых, научились отстаивать свою точку зрения, да, то есть здесь уже, с одной стороны, вы все равно продолжаете быть немножко глуховатыми к мнению, либо к словам других людей, да, то есть вот вы, ваша вот эта вот глухота, она связана с тем, что вы, скорее всего, очень сильно верите вот в ту свою картину мира, которую создаете. Опять же, таки, я никогда не оцениваю, не говорю о том, что это хорошо, либо плохо. Я лишь констатирую факты, которые я вижу. Вот в данном случае, да, рыцарь мечей, он всегда говорит, с одной стороны, что присутствует некая такая зашоренность, так как человек полностью сконцентрирован на и настроен на свою какую-то цель. То есть у него есть цель, он к ней стремится. И на этом пути он никого и ничего не видит. А стремится он к ней, почему? Потому что он в нее очень сильно верит. То есть все его мысли, все его внимание, оно направлено на достижение какой-то цели. Вот чему вы научились, да, помимо того, чтобы отстаивать вот эти вот свои границы, уметь высказывать свою точку зрения, что тоже было очень важно для вас. Почему? Потому что, опять же таки, единички в силу своей многогранности, в силу своей мудрости, такой, вы знаете, уникальный симбиоз человека, который, в принципе, не нарушает границы других людей, но вот эта вот мудрость воспринимается как некая слабость со стороны других людей, да, то есть непонимание. Вот этот вот разрыв частот, на которых вы находитесь и на которых находятся люди чуть ниже вас, то есть вы их понимаете, они вас не понимают. И не понимают, почему, потому что им нужно дорасти. И вот когда вы относитесь к ним как-то с пониманием, знаете, вот как родитель к своему ребенку, да, с любовью, с пониманием, где-то на что-то закрывает глаза, где-то что-то разрешает. А ребенок этого не понимает, да, и он считает, что вот такая позиция родителя, она как это взращивает некую такую вседозволенность. И вот это вы научились пресекать в людях. То есть, безусловно, вы не будете как-то хамить на какие-то, возможно, не очень приятные слова, критику в ваш адрес, да? Но при этом вы будете это отсекать. Вот вы научились, с одной стороны, получать удовольствие от жизни в расслабленном состоянии, а с другой стороны, научились давать отпор. Не то, что вы раньше этого не умели, вы это раньше просто не делали. Почему? Я объяснила, потому что вот у вас есть такая, знаете,
некая внутренняя мудрость жизни о том, что зачем там кому-то что-то доказывать, человек, если время его пришло, он сам это поймет, да, то есть не я буду тем поводырем, который будет вести либо пасти этих овец, не моя роль быть пастухом. Вот. И здесь люди вас в этом моменте не понимали, и вам как-то вот такое ощущение, не то чтобы вынуждены были, а вы просто понимаете, что для того, чтобы вам было спокойно, для того, чтобы люди не нарушали ваши границы, иногда это надо пресекать. Не то чтобы как-то вот входить в какую-то полемику, что-то доказывать, это вы остаетесь всегда при своем, так или иначе. Но в каких-то моментах, знаете, когда иногда маленькая собачонка гавкает, 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 она создает столько много шума, что если ее не пресечь, да, если ее не осечь, не указать ей ее место, то есть не наказать, не накричать, не побить, а просто указать ее место, она так будет создавать вот эти повехи. В принципе, раньше вы просто отворачивались от этих помех и говорили, ну ничего страшного, да, то есть я буду ее игнорить, эта собачка, она сама по себе успокоится, и все будет хорошо. Но очень много времени уходило на то, чтобы вот эта вот собачка успокоилась. Вы нашли для себя другой такой, как-то сказать, инструмент, да, другую такую модель, более эффективную, когда вы говорите, зачем я буду тратить столько много времени, пока он успокоится. Я лучше сразу ей скажу, вот все, я здесь хозяин, и на моей территории шуметь нельзя, все. То есть укажу ей ее место, обозначу вот эти вот свои границы и правила игры, в которые играю я, а дальше пускай она уже решает сама. Вот здесь что-то такое. Еще чему вы научили за первые полгода? Вы получили очень много знаний. Очень много новых знаний в контексте понимания себя. Возможно, здесь человек научился слушать свою внутреннюю тишину. Еще раз скажу, при вашей внутренней интровертности вот такие, знаете, моменты вроде бы вам хорошо с самой собой, либо самим собой, вы наслаждаетесь тишиной, но вы очень редко эту тишину внутри себя слушали. То есть очень нередко, когда погружались вот в внутреннюю свою собственную тьму, которая присутствует в каждом из нас. Возможно, вы эти теневые, это даже не теневые, а вот именно ваша тьма, которая может быть в том числе и созидательная, и не только разрушающая. А вы как будто бы с ней были незнакомы. Здесь человек научился, какие-то новые знания получили не извне, а изнутри. Может быть, не знаю, не знаете, как показывает просто, что не то чтобы люди, ну, возможно, кто-то так и есть, да, в медитации приходили к каким-то своим инсайтам, но у меня такое ощущение, что вот человек как-то внутри себя навел какой-то порядок, как-то структурировал, вот, либо понял свою внутреннюю тишину. Здесь акцент идет на углубление. Если вы раньше, допустим, занимались самопознанием, это было, допустим, на уровне психологии, да, то есть исходя из понимания своих собственных сценарий, ценностей, убеждений, то есть на уровне ментала, через рассуждение, анализ и созидание, то сейчас здесь вот как будто что-то метафизическое происходит. То есть эти первые полгода, они какие-то более эзотерические, что ли, более метафизические. То есть, возможно, к вам приходит больше каких-то инсайтов, возможно, моменты дежавю очень много. Возможно, какие-то сны, не то чтобы они вещи, но у них есть какая-то, знаете, вот наполненность, что ли, структура. Вот как бывает еда без соли, безвкусная. А есть, если ее еда, которую чуть-чуть подсолишь, и вот уже другой вкус приобретает. Вот здесь вот примерно то же самое, да. Соль – это аллегория, метафоры, сути. Вот ваши сны, они как будто бы обрели какую-то суть. Какой-то смысл. Почему? Потому что в течение дня вы больше делаете акцент на созидательные какие-то свои моменты. И вот во сне вы видите то, о чем вы мыслите, но уже не хаотично, вот как я не знаю, разные образы непонятные, да, что-то там движется и непонятно. Возможно, у кого-то были даже какие-то кошмары, какие-то периоды.
А сейчас сны, они как будто бы более расслабляющие, что ли. То есть, возможно, здесь еще и есть ощущение того, что сон стал более качественным. Вот при всей тревожности, да, людской, в течение дня, да, во время яви, то вот во сне все равно нет вот этого, вот этих кошмаров. Какие знания вы здесь еще получили? Вы получили силу из того, ну вот я говорю, здесь вы теневые аспекты свои познали, да? Только и от этого вот вы черпаете свою силу. Здесь человек, который, возможно, ранее как-то старался работать со своими страхами, а сейчас вы перестали работать и просто принимаете. То есть какие-то вещи в своей жизни вы начали признавать. Вы начали их признавать, вы начали их понимать. То есть вы не боретесь, вы не разбираетесь, там, не анализируете. Вот есть какой-то страх. И вы его просто принимаете, вы его признаете, да, есть, да, это моя слабость, да, я так вот, вот так живу. И вот это опять же таки дает вам какое-то расслабление. Почему? Потому что вы перестали сопротивляться. Вот здесь идет укрощение, и тем самым вы из этого начали черпать силу. Здесь вот сила духа стала, она у вас и была, вы были сильными людьми, духом, так или иначе. Но вот какие-то в вашей жизни огорчения, да, какие-то утраты, вы на них посмотрели по-другому, под другим углом, и из этого черпаете как-то больше силы. Здесь еще больше мудрости появилось, жизненной мудрости, но и при этом появилась вот какая-то другая точка зрения. Вот она как будто бы повлияла вот на все то, чему вы научились за первые полгода. Что это за точка зрения, мне интересно. Король кубков. Вы научились понимать природу своих эмоций. Король кубков – это мастер, который управляет своими эмоциями. Управляет каким образом? То есть обычно считается, что король кубков – это вот прям такой слишком мягкий, да, человек. Но на самом деле его не случайно называют мастером воды, мастером состояния души, да, наших эмоций и переживаний. Почему? Потому что он может в любой момент отказаться от того, что, возможно, он любит, возможно, ему нравится, от любой эмоции, от любого состояния переживания, если он понимает, что это будет ему во благо. То есть вот при всей вот этой своей чувствительности, при всей, я не знаю, нежности, ранимости, этот человек, допустим, если бы это выпадало на отношениях, да, это человек, который первый уходит из отношений, первый, который обрывает отношения, если он понимает, что там уже ловить больше нечего. Почему? Потому что он понимает, что вот я уже прошел урок, да, здесь меня больше ничего не будет подпитывать эмоционально, я иду дальше. Вы начали, король кубков также является прекрасным психологом, который понимает состояние души, потому что он понимает природу своих эмоций, своих переживаний, то есть то, что он чувствует внутри себя. Вот здесь не случайно, я сказала, он стоит как раз рядом с арканом силы, который говорит о том, что вот вы научились принимать, да, возможно, раньше вы как-то вот очень сильно переживали, потому что, не знаю, как-то сэмоционировали, как-то вот где-то всплакнули, где-то, не знаю, может быть, выразили больше агрессии, раздражительности. Вас самой, либо самого, это очень сильно напрягало. А после какого-то момента вы сказали, знаете, иногда так бывает, люди доходят до какого-то своего предела и говорят, ну и махнул рукой, плюнул, как говорится, на это дело, и говоришь, окей, ну да, я эмоциональный, ну что теперь поделать, менять себя я не хочу. А кому-то не нравлюсь, ну окей, с этим либо что-то делаешь, либо ты отказываешься просто от этого человека. То есть, ну, находите какие-то другие выходы из ситуации, при этом не подавляя своих собственных эмоций, своих собственных переживаний. Здесь человек, который нашел свою силу.
Ваша сила как раз-таки в эмоциях. Здесь человек по Верховной Жрице это осознал. На более старых колодах, да, уэйтовских, да, где-то в аркане силы изображен мужчина. Кто-то говорит, что это Геракл, который победил немейского льва. А кто-то считает, что изображение мужчины на аркане силы, который его убивает, это Самсон. Если мы вспомним, да, в мифологии сила Самсона в чем была? В его волосах. То есть и в какой-то момент, когда он рассказал о своей силе блуднице, да, она его лишила через то, что отрезала ему волосы. Вот. Суть, мораль этой истории, этого мифа заключается в том, что не нужно отказываться от того, что придает вам силы. Вот здесь главный урок по первой позиции заключается в том, что ваша сила в ваших эмоциях, в ваших состояниях и в ваших переживаниях. И чем быстрее вы поймете, если еще не осознали, что в этом ваша сила, а не ваша слабость. То есть вот то, что я сказала в самом начале, да, когда человек как-то закрывается, как интроверт, ну потому что... Вот страх болезненного эмоционального переживания каких-то ситуаций отворачивает человека от внешнего мира. Вот здесь вы поняли, что в этом нету вашей слабости, а в этом есть ваша сила. И это то, что смогло изменить вот ваше отношение. И это расслабило. То есть даже когда вы чувствуете, что окей, ну да, хорошо, где-то самоэмоционировало, раньше переживали бы, сейчас уже нет. Вот это придало вам какую-то легкость. Это наполнило вас позитивом, то есть сменив свою точку зрения, сменив свой ракурс того, как вы смотрели свое отношение, да, к ситуации в контексте эмоциональной составляющей, это повлекло за собой вот те изменения и те уроки, которые вы прошли за первые полгода. Вот такой вот первый у нас, да, первая позиция и первый наш расклад. Так, отодвигаем. Позиция номер два. Красненький камешек. Красный сюда, зеленый уберу. Видно, видно. Двоечки. Привет вам. Если не смотрели с самого начала. Расклад смотрим. Чему вы научились за первые полгода? Пятерка мечей. Мне почему-то идет такое, знаете, к какому-то критическому мышлению. Что это за критическое мышление? Касательно либо финансов, либо вашего семейного положения, либо ценностей как таковых. То есть вы здесь научились проводить правильные в контексте объективности. Объективный анализ ситуации. То есть здраво смотреть на какие-то вещи, да, то есть это могут быть ценности касательно материи, в том числе и денег, либо ценности касательно семьи. Но вообще здесь как будто бы вот идет пересмотр приоритетов ваших ценностей, то есть вы научились правильно выстраивать приоритеты, анализировать ситуацию и делать из нее верные выводы. Вот что именно, как это, скажем так, по-другому сейчас вопрос задам, что способствовало вот этому навыку, да, тому, что вы научились? Была у вас какая-то идея, какая-то мысль, да, какое-то вдохновение? Угу. Ну, возможно, не знаю, кому-то пришел какой-то инсайт во время медитации, да, либо во время каких-то грез, фантазий, мечтаний. А для кого-то здесь пришло какое-то вот такое, знаете, здравое, хочется сказать, понимание. Здесь был момент. Здесь не то, что вот какая-то ситуация была. Здесь какой-то момент вы словили, когда поняли, что вот в таком формате я больше жить не хочу. То есть в формате каких-то иллюзий, в формате каких-то ожиданий и
после этого разочарований. То есть я хочу как будто бы жить по-другому. И вот это вот была первая мысль, которая запустила весь этот процесс того, что, а может быть, стоит что-то пересмотреть в своей жизни. И что было после этого? После этого вы увидели какие-то моменты, которые вас ограничивали. То есть вы увидели, насколько эмоциональность, вот смотрите, прям полная противоположность. В первой позиции мы увидели, что наоборот эмоциональность, вот это является силой первой позиции, да, то есть некий такой баланс их логики. А вот здесь вот наоборот, вы увидели, что вашу вот эту вот эмоциональность, ее нужно сбалансировать именно размышлениями, именно анализом, который опирается на факты, то есть не включая эмоции. Потому что вы увидели, что вот тот формат жизни, либо тот подход, та модель, на которую вы опирались ранее, она не рабочая, она приводит вас в какое-то тупиковое состояние. Оно приводит вас к тому, что так или иначе вам нужно что-то изменить в своей жизни и начать заново. То есть вот оно привело, скорее всего, к какому-то новому шансу, да, какая-то новая возможность вам открылась. То есть здесь, знаете, такое ощущение, что вот, не знаю, как-то человек сидел в расслабленном состоянии, и вот его что-то осенило, мы говорим, да, либо какое-то озарение он словил, что... Причем он об этом не думал. Там не было какого-то... Мне показывают картину какого-то вечера, да, когда человек просто сидит в расслабленном состоянии, о чем-то таком... размышляет не, как это сказать, не о каких-то серьезных, насущих вопросах философских, а просто, может быть, как-то фантазирует, да, погрузился в свои грезы. И вот в этот момент как-то, не знаю, тема, она не разворачивалась в этом ключе, а она как будто бы вот действительно какое-то снисхождение пришло, и мы обычно говорим вот не в тему. Знаете, разговариваешь, беседуешь с людьми на одну тему, и вдруг кто-то неожиданно выбросит какую-то фразу, все на него смотрят, ну, ни к селу, ни к городу, да, мы о другом говорили, а вот ты что-то другое сказал. И вот здесь какая-то такая мысль была, левая, хочется сказать, но на самом деле она правая. Потому что она правильно верная была. И она вот как будто бы заставила вас обратить на себя внимание. И вот после этого внимания, вот этот шанс, да, произошел весь, вот эта вот вся перестройка вас. Это был, ну, это мысль была минутная, как мгновение, а процесс он был долгий. Он был долгий, потому что вы не сразу меняете. Здесь, как знаете, как шестеренки, которые иногда заржавели, и нужно как-то их сначала почистить, да, потом смазать маслом, и только потом они постепенно, как старые часы, начинают запускать свой механизм, пока он будет налаженным. Не знаю, почему мне идет образ. Знаете, в союзное время в домах, кто помнит, были такие вот длинные коричневые часы, да, и у них был еще вот этот вот маятник такой круглый туда-сюда вот он ходил. Вот мне такие старинные часы какие-то показывают, вот, и они каким-то образом заряжались, там вроде бы цепочка была или что там, или у кукушки это была цепочка сбоку, надо было вот как-то за них оттянуть, вот, и происходил какой-то заряд этих часов. Вот здесь образ, метафору этих часов мне показали. Так, чему еще вы научились за первые полгода? Ну вот, в принципе, здесь вопрос идет в контексте, я думала, может быть, что-то новое покажешь, но в контексте того повествования, что я рассказывала ранее. Аркан суда говорит о том, что у человека действительно произошла глубокая переоценка ценностей. Возможно, что-то произошло даже в семье. Здесь какой-то семейный, не знаю, может быть, у кого-то и был развод, да, бракоразводный какой-то такой процесс, который заставил тоже человека изменить свое отношение. То есть здесь люди заземлились, если говорить простым языком, да, то есть вот при, ну, очень сильно изменились. Обычно такое бывает, знаете, когда у ребенка есть детство, он радуется, а потом вдруг, я не знаю,
какая-то серьезная ситуация заставляет этого ребенка повзрослеть очень быстро. Вот здесь нечто аналогичное произошло. То есть здесь может быть даже и вмешательство высших сил, да, какие-то серьезные такие ситуации случились, когда человек вынужден был изменить свое мнение, свою точку зрения. Причем эта точка зрения, она повлекла за собой переоценку ценностей. Например, такое может быть, когда, знаете, у человека, человек находится на грани жизни и смерти, да, там, не знаю, в кому впадает, либо какой-то летаргический сон, да, и вот он возвращается после этого к жизни, и у него вот приоритеты сменяются, да, то есть он понимает, что нужно больше делать акцент на жизнь, а не вот на эту шелуху ненужную, нанесенную, привнесенную извне системой. И он начинает жить по-другому. Но это вот для кого-то вот прям совсем точечно, точно. А так, в принципе, здесь какой-то очень глубокий анализ своей собственной жизни. Здесь идет завершение больших циклов вашей жизни. И вот, не знаю, может быть, какой-то даже возрастной кризис, да, там, например, человек достиг 40-летия своего, да, либо 50-летия. Вот эти вот триггерные точки, да, они запускают какие-то перемены, трансформации в жизни. Но эти трансформации, они глубокие. То есть после аркана суда человек уже не остается таким, каким он был ранее. Не знаю, сразу вы это сможете отследить, увидеть, либо позже как-то вспоминая свое прошлое. Но это вот какая-то такая, знаете, пограничная ситуация, которая может разделить вашу жизнь на до и после. Здесь еще что-то у меня идет с памятью. Что с памятью стало? Ну, здесь, может быть, человек как-то работал с собой, да, и вспомнил какие-то моменты прошлых воплощений для тех, кто в это верит. И они тоже каким-то образом повлияли на уровень вашей осознанности. Здесь человек повзрослел, если говорить одним словом и подытожить. Этот был второй у нас вариант. Молодцы, двоечки. Вы очень сильно вообще выросли. Да? Один период я говорила в прошлом году, что тройки прям сильно выросли. В этом году и вот где-то последний год, может быть, месяцев 9, очень сильно выросли двойки. Вот прям сильно-сильно повзрослели. Я это понимаю по энергетике расклада. Если это так, поздравляю. Это вот прям... Хочется, знаете, сказать, по вам не скажешь, да? По вашей вот мягкости не скажешь. Итак, позиция номер 3. Зелененький камешек. Троечки, смотрим, чему вы научились за первые полгода. Вот тройки здесь научились останавливать. Останавливать себя. Знаете, чувство, что раньше вы были как-то более активными, порывистыми, что ли. Здесь люди, которые обрели некую такую мудрость, да, и они себя останавливают. Мне показывают человека, который, вот, знаете, хочет что-то сказать в порыве. Вот раньше, я не знаю, какая-то ситуация, вот раньше вы бы ответили человеку на его, не знаю, может быть, колкость, на его атаку в вашу сторону. Она может быть словесная, там, невербальная, неважно. А сейчас вы как будто бы, знаете, как-то вот себя одергиваете. Причем и не только вот в кризисных каких-то моментах, а иногда вот, знаете, застолье какое-то, да, ну, либо просто дома сидите. Вот раньше вам ребенок что-то говорит, вы бы ему ответили. А вот мне показывают как-то, знаете, как вы себя сдерживаете, как вот за руку одергивают, да, человека, ну, вот чтобы он помолчал. Вы как будто бы сами стали себя одергивать. Вы сами себя останавливаете и сдерживаете в каких-то моментах. Но это не подавление, а это правильная какая-то такая позиция. То есть вы понимаете, что, ну, это ни к чему. То есть результат того, что вы бы высказались либо что-то сделали достаточно поспешно, он бы не то чтобы стал плачевным, он не был бы настолько желанным для вас, как вот если бы вы научились молчать. То есть здесь как будто бы люди, которые научились молчать. Не знаю, может быть, вот сейчас в моде аскезы,
насколько я вижу, да, в соцсетях, там, не знаю, как это работает и зачем вообще это люди делают, вот, но очень часто просто слышу это слово. Я не вникала в эту суть, но здесь вот такое ощущение, что как будто бы вот человек тоже как-то делает какую-то аскезу вот в контексте того, что сдерживает себя. И тем самым это вот какая-то защитная, какой-то защитный механизм от последствий. И он понимает, что это правильно. То есть вот здесь вот такая вот позиция, она именно правильная. Что она вам дает? Вот что она вам дает? Она как будто бы дает вам какие-то новые шансы, новые возможности двигаться немножко в другом направлении, не в таком, как было ранее. То есть, возможно, вы наоборот ранее брали какую-то лидерскую позицию, активную очень, а сейчас, возможно, вам и непривычно быть как-то где-то на вторых ролях. То есть для вас это является некой такой игрой, что ли. То есть вот здесь действительно присутствует осознанность, и вам, как исследователям, очень интересно рассмотреть вот такую модель поведения. То есть она не пассивная. При всем при том, что аркан повешенного, он все равно говорит о некой такой жертвенности, да, лишении себя чего-то, принося себя вот в жертву, некое такое жертвоприношение, да. Здесь не чувствуется этой жертвенности, здесь наоборот ощущается какой-то вот интерес, любознательность. Почему? Потому что ранее вы так никогда не поступали. И вот этот вот новый путь для вас, он очень интересный. В нем есть нечто, что вот вас интригует, включает в вас вот эту вот вашу азартную природу, желание вот что-то попробовать, поэкспериментировать. То есть вот для вас это абсолютно какое-то новое поле. Оно вам дает, как будто бы открывает горизонты и дает вам возможность, с одной стороны, ощутить свою силу, да, шар земной, который держит в правой руке король здесь, да, вот чувство, что с одной стороны власти, но не в контексте над другими людьми, а своей собственной власти, уверенности в том, что вот знаете, вот весь мир к моим ногам, я могу выбрать абсолютно все, что я хочу. То есть это вот какая-то новая позиция для вас жизненная. Вы ранее с ней не сталкивались. И это для вас очень заманчиво и интересно. То есть как так, да, допустим, раньше были какие-то... ну, то есть позиция выбора из того, что вам предоставляется, а сейчас вам не предоставляется выбор. А сейчас вам предоставляется вот абсолютно все без ограничений там, выбора из двух либо из трех моментов, вещей, категорий. И намного больше, намного обширнее. И вот ваша задача выбрать, либо вообще не выбирать. То есть вот вы здесь в этом ощущаете вот какую-то свою, знаете, силу, власть. Это когда у человека есть понимание того, что я сам творю, либо сотворяю, так как являюсь сотворцом. С абсолютом. И я так же, как он, могу создать вот все, что я хочу. То есть вот здесь какая-то такая позиция у человека, хочется сказать, произошел сдвиг по фазе, ну вот просто так идет выражение, сори, если кого-то обижает эта фраза, но это с хорошей точки зрения. То есть как будто бы, знаете, человек себя ощутил всемогущим с позиции сотворца, а с другой стороны, что ему не надо вот как-то, знаете, по мелочам выбирать вот что-то такое мелкое, да, какое-то вот, какие-то детали, да, здесь какие-то глобальные моменты всплыли. То есть вот что-то такое достаточно большое. Опять же, это для сравнения, чтобы вам было понятно. Одно дело, когда ты заходишь, я не знаю, в какую-нибудь булочную, да, и там три булки лежит, и вот вам нужно выбрать одну из трех. А другое дело, когда ты заходишь, я не знаю, в какой-нибудь
магазин, да, либо приходишь на рынок, и там вот на каждой лавке каждый продает свои какие-то печеные вот эти вот изделия, это могут быть там булочки, там, не знаю, ватрушки, все что угодно. И то есть вам не нужно выбирать из двух, из трех, а вам можно выбрать из любого магазина, в который вы зайдете. То есть это вот намного больше и масштабнее. И вот эта возможность, здесь акцент идет именно на возможность, вот эта возможность, осознание, что у вас есть эта возможность, вы ощутили себя как-то вот более свободнее, более увереннее. Где-то, может, вас это и пугает, но вот этот вот какой-то, знаете, испуг, здесь не страх, а испуг, он вас подстегивает, он вас как-то мотивирует на то, чтобы поисследовать вот это вот новое место. Это, опять же таки, показываю, знаете, как земной шар. Раньше, например, вы выбирали, в каком районе жить, в этом районе, либо в другом. А сейчас вам показывают, на какой планете, либо в какой галактике вы хотите жить. Там, в нашей, либо там в Млечном... Нет, мы живем в Млечном пути. В какой-то другой галактике. То есть, ну, понимаете, да, объемы. И вот вы, ощутив вот это вот здесь состояние такое, знаете... Аж дух захватывает, вот прям таких больших-больших объемов. И это очень нравится. И вот это вот придает какую-то силу дополнительную, не знаю, то ли, может быть, вы прокачали свою силу и вот прям ощущаете, что можете двигаться дальше. Здесь вот интересные такие энергии, абсолютно новые для вас. Чему еще вы научились за первые полгода? Ну вот, аркан смерти, да, человек, который... у которого действительно произошли изменения на уровне сознания, да, то есть человек, который вот в той прошлой жизни, либо прежней вашей жизни, вы как будто бы, ну вот все, что могли сделать, вы уже сделали, вы уже... вот по максимуму, по всем вашим возможностям, да, вы уже опыт прошли. Это не говорит о том, что вот вы там, я не знаю, как-то выросли, либо прошли абсолютно все уроки. Нет, но вот то, что как будто бы, знаете, вот вам было отведено, либо вам было прописано, вот вы по максимуму это прошли. И это осталось позади. И вот впереди как будто бы какое-то новое путешествие, какой-то новый путь. Но очень напоминает, знаете, как в этот электронные игры. Закончился один уровень, да, и у вас появились новые какие-то скиллы и новые, там, я не знаю, доспехи, новые какие-то инструменты, вот что-то новое. Вы вышли на новом уровне, и вы уже смотрите более такую совершенную модель, то есть из той примитивной, где не было, например, никаких доспехов, и надо было их как-то завоевывать, выигрывать, а тут вы, значит, какие-то такие более модернизированные, что ли, усовершенствованные. Вот здесь что-то такое произошло. В чем именно вы усовершенствовались? В состояниях однозначно. То есть здесь что за состояние здесь у вас модернизировалось? Здесь вопрос как-то времени. Как-то на вас планета Сатурн повлияла. Не знаю, почему мне так идет. Как еще, как состояние модернизировалось? Вот он, аркан шута, и вышел в подтверждение моих слов. Контролируемое безумие, да, то есть вы вошли сейчас вот в какой-то новый свой этап контролируемого безумия, то есть вроде бы с одной стороны это абсолютно новое какое-то состояние, которое самое главное, оно дает вам свободу. Вот для троек очень важна была свобода, вот это вот чувство, с одной стороны, знаете, вседозволенности, и вы чувствуете в этом силу, да, что я могу абсолютно все, и мне абсолютно все разрешено. А с другой стороны, вы вот полную вот эту стопроцентную свободу, вы ее не хотите, вы все равно хотите, чтобы были какие-то, ну, условия, если не рамки ограничения, то какие-то условия, какие-то правила. Почему? Потому что вот вам нравится преодолевать правила. То есть не сама свобода как таковая,
а умение преодолевать что-то, что вас ограничивает. То есть вот люди-бунтари, они все время чему-то сопротивляются. Вот если убрать вот это сопротивление, то как будто бы смысла-то никакого нет. То есть чему вы сопротивляетесь, там, какой-то, не знаю, какой-то жизненной ситуации. И если вас спросить, для чего? Потому что вот я хочу жить свободно, например. Он говорит, окей, мы убираем эту ситуацию, то есть не с чем больше бороться, и вы в растерянности. То есть, ну, типа, вам дали то, что вы хотели. Почему вы растерялись? Потому что вы привыкли все время что-то преодолевать. Вот для вас это было очень важно. Поэтому я говорю, какая-то вот такое контролируемое безумие. С одной стороны, да, безумие, а с другой стороны, все равно есть вот от абсолюта некий такой контроль, потому что, ну вот вам важно это ощущать, да, что вот кто-то за вами присматривает, кто-то вам помогает, вот какие-то силы, да, если это даже не люди, то это вот какие-то силы, то есть само вот это вот понимание, оно для вас важно. И поэтому вот это вот состояние, с одной стороны, легкости, а с другой стороны, вот все равно наличие каких-то рамок, оно мне необходимо. Почему? Потому что оно как будто бы, знаете, вот вас как-то направляет. У аркана шута, что такое аркан шута? Это свет, это луч света. У него есть начало, но у него нету конца. Куда этот луч будет направлен, никто не знает. Вот куда вы будете прикладывать свои силы, никто не знает. Важно, чтобы они были к чему-то приложены. Но вот здесь вот какой-то вот такой момент рождения чего-то нового внутри вас. То есть если это даже рождение состояния свободы, то это в каких-то новых понятиях для вас. То есть здесь человек, знаете, какие-то новые понятия для себя, какие-то новые смыслы для себя открывает, потому что шут у нас одновременно и мудрец, и глупец. То есть вот такая, знаете, две стороны медали. Все зависит от того, какой стороной она упадет. Но ключевой момент свободы и при этом власти. И вам это нравится. Это вот ваше внутреннее какое-то ощущение. А для чего оно вам? Ну, то есть тройки у нас все время боялись этой власти, которая у них есть. А сейчас вот вы ощутили, что вот в свободе с одной стороны есть власть, а с другой стороны есть и ответственность. Вот для чего вам эта свобода, мне хочется спросить. Ну, это для вас вот какой-то новый урок, да, то есть четко вы для себя сами еще и не сможете сказать, для чего. Вот прям объяснить, что вот вам дает вот именно полная свобода. Это какой-то вот новый урок. Да, новый урок завершения чего-то вашего прежнего, прошлого. Вот видите, иерофан выпадает. Ну, вы создаете для себя какое-то новое мировоззрение, в котором хотите закрепиться. То есть вот вам нравится это состояние, и вот в этом состоянии вы хотите как-то зафиксироваться. А оно для вас важно. Не знаю, почему. Но вот такая у меня была третья позиция. Пишите свои комментарии, если хотите. Я благодарю всех тех, кто пишет, кто делится с тем, что у него происходит, как он понял, что он понял из расклада. Мне очень приятно. А я с вами прощаюсь до следующего расклада, до пятницы. Напоминаю, что в пятницу я в разделе сообщества, ссылка на нее есть тоже в описании, на него выкладываю анонс на блиц-консультации. Кому интересно, темы каждой блиц-консультации я обозначиваю. В принципе, это два вопроса. Приходите, буду рада с вами поработать. Прощаюсь, всем пока-пока.